Всем кукушки, кукушки, привет всем гукам. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, который отношусь геймс. И да, мы будем играть в Вафна World. Но не простое, а хэллоуинское издание. Или же Хэллоуин Эдишн. Ну что ж, давайте-ка начинать. Здесь у нас уровни сложности в виде трех персонажей. Фредди это Изи. Тут это Сырененькая. Этот Бонни. А Чика, блин, все жрет на харде. Так, ну давайте-ка начнем на легеньком. На легеньком давайте. Да, управление то же самое. О! Пицца! Ага, она нам отнимает жизни. То есть, какая-то очередь. Угу, буст нашли. Беллбой! Беллбой! Нам Беллбой попался, ребята. Из Новорода. Опять пицца. Его зовут Чисехед. Сырная голова, что ли? Блин, он у нас нету. О! Безумный Энда. Ё-моё. Так, установимся. И поехали дальше. Опять эта пицца. Ну, достала ты у меня уже буст. Давайте-ка. Чуть уровень. Так, мы смертельную музыку достали. Опять пицца. Ну достала ты меня уже. Получай. Эй! Это что такое? А чем мне монеты-то не падают? Опять Беллбой. Ну получай. Это что такое? Тангл. Ё-моё, опять прикочевал. Прикочевальный из нового обычного прототип. Это похоже прототип на аниматроник. Да, он похож на Фредди, но не суть. О, мы можем купить бочку. Я, если честно, не знаю, что это за бочка, но опять на нас напали. Так, ну у нас по ходу дела, да. Опять пицца Энда, получай. Опять пицца. Ну, все, я увернулся. Опять прототип Диши. Ну что ты будешь делать? Все, четвертый уровень набрали. Черт! Кек! Капкейк нам! На нас торт напал, ребята! Все! Торт почти самый сильный в этой игре. Только там он выносит, блин! Бравбой! Ну, здорово, дружбан! Или Ержан. Это мой дружбан. Все, пока. Все, Брувбой побежден. И да, это вырезанный персонаж. Го! Это что такое? О май гад, о май гад! О май гад, о май гад! Пошел! Пошла ты, черепица, ты тупая! О май гад, о май гад! Анчови! Господи, это уже вообще как понимать? У нас бусты закончились. О, ну наконец! Все, пятый уровень у нас в кармане. Опять ты!
Слушай, я уже достал. Ты уже меня достал, ты тупой анчови. Ты анчоу сраный. Проиграли. Блин, мы проиграли. А у меня почему-то только другой выпадает. А не то, что мне надо. Все, буст мы активируем. У нас есть уже буст. Ай-яй-яй, опять балбой. Балбой чертом. Сраный балбой. Так, вылечиваем. Ай, прототип на нас напал, ты тупой. Вот мёда жри. Казинаки! Ой, надо хилочек. Надо хилками запасаться. Бро-бой, вон он. Вон он, неудобник вырезанного торжества. Бро-бой. Мой дружбан. Старый дружбан. Опять прототип. Да ты уже достал тут появляться. Вот мёд держи. Вот тебе даже микрофон в голову. Да ты уже Ну нет, опять что ли? Так, на 6-й уровень мы заработали. Отлично. Так, блин, а. Опять, ну что ты? Ну все, ну не красавец мы уже. Так, лечимся. Опять прототип. Чёртов прототип к нам вернется. Опять ты. Ну ладно, шерни вулкана тяга. Те обеспечено. Ребят, ну я столько прошел, у меня, да, минуты уже. По часам. Ой, опять. Так, опять. Ой, да опять ты вообще сраный, ё-моё. Ну, блин, хил. Хил мне сраный. На что? Мне почему-то много. Канат связан с хилом дали. А, на хил можно тоже отправить. Нет, только не ты. Сраная, испорченная анчови. Анчови, ты вообще издеваешься? А надо мной. Все, блок. Ну все, городились. Ага, 10 там кинул. Опять? Нет, просто легкотня. Скоростные ботинки? А-а-а! Это увеличение хилочка. Так. Бро, если ты не перестанешь, я тебе все равно. Вот, Рубан. Молодец. Опять. Так, да что тебе побери? Ой, ой, надо хилчик. Какого? Он мне хилы тратит. Он мне тратит хилы, чё-то. Всё, 7-й уровень накопили. И это полное отличное. И это отлично, это отлично. Ага, опять, опять. Ну ты уже за... Заи. Ну на тебе. Да я меня вынесет.
Я вообще без хилов буду, понятно тебе? Ой. Как я это прошел? Ну реально, как? Все, бром бой промазал. Первый, блин, комом. Опять? Уже второй, блин, у него комом. Только не говорите, что я могу купить. Да ладно! Я смотрела канал Алмазный, и он покупал какой-то меч с ядовитым действием. Может, этот меч не поможет в борьбе с другими? О! Ну, наконец-то быстрый нашел! Это кто? Мэджек! Мэджек, блин, здорово! Это случайно не братец марионетки или типа того? Прощай, блин, Мэджек. Так, опять у нас. Опять ты? Ну, это уже жесть. Я так на него бусты себя потрачу и хилы. О, восьмой уровень. А что такая грустная музыка играет? Стоп, ребята! Вот оно. Я только сейчас заметил, что там какая-то лавочка. И там наверняка тот самый меч, который нам и нужен. Нет уж. О, да из этого вообще невозможно выбраться. Мама, я тут видео снимаю. Ого! Yes. О, город какой-то. Только нам надо до города еще добраться. Блин, да мы уже потратили. Я сделал все, что мог, ребят. Ну нет, опять хилы делать каждый раз. Так, блин, опять бровбой меня напал и получает. Она хочет получить еще разок. Вот так тебе. Блин, я вообще не понимаю, где выход отсюда. Я только нахожу всякие хилы и все. Больше ничего. Меня вообще до одной жизни оставил. И куда мне пойти? Я его не... Я Клубонейшн не знаю. Получи, грубой. Вот он! Yes! Yeah! Нашел. Так, наконец-то я еще и бусты нашел. Ты кто вообще, кекс такой? Стоп, так это тортик, только протухший. За него больше коинов дают. Так, улучшай. Опа. Ё-моё. Да, так, он меня... Ой, это что за кислота? Это все мой меч творит. Так, хилы, мы хилы запомнили.
Все бусты еще. Так, ребят, ну если нас вынесят, то я все покупаю еще. Все промазал. Так, все. Хэнгл. Чего? Какого? Я не ожидал. Блин, а Хэнгл. Это дракон с Тенгалом. Вот он у Дашеньки, в себешеньке. Все, зато 10-й уровень подняли. Опять он. Пора бусты использовать опять штуки. Опять же таки бусты используем. И все. Ноги в руки. Ой. Где это я? Это кто? Кто во... Чего? Это что сейчас такое было? Ну реально надо к нему подготовиться. Я вообще не знаю, что это такое. А еще этот дурацкий фиолетовый полтергейст. Черт. С ним я еще намучусь, потому что он, блин, сильнее, чем мы. Вот эти вот антитипы ваши и все. Амп-бас? О, мне амп дали. Не ампладаю. Не ампладаю. Так, давайте-ка заразим. Ну, если честно, не понял, кто это. Кто это сейчас за это скелет? Я вообще не понимаю. Это просто ёлка ламанэйшн. Амп опять, амп. Опять прототип. Ну ты пошел. Пошел ты. Опять амп. Мне опять амп дали. Ну, амп бывает, конечно, с первого раза, но это не точно, потому что он не убивает с первого раза других прислужников Краплгейста. Если вы не знаете, кто такой Краплгейст, сейчас я расскажу. Это как Уильям, только с другой тематикой. Еще он злой, как можно сказать. Да, он реально злой. Очень сильно злой. Так, мне опять сюда надо, потому что, да, там жизненькие. И у меня целый инвентарь заполнен. Все. 83 жизни. Так, и у меня 11 уровень. Ну, смотрите, мои атаки идут как пироги. Так, а вот и тот самый... я такого не видел! Киад Мэнда. Так это как Мэнда, только наоборот, злой. Ха, лол, кек. Так, опять этот испорченный попался. Испорченный торт. А его зовут Мудбай. Мудбай. Да, это пирог какой-то. Это реально какой-то пирог. А, то есть, когда я пробегаюсь, не восстанавливаю. Так, до хила бы нашли. Все, 12 уровень. Я думаю, я уже готов к следующей локации. Потому что там совсем конченые враги. Реально конченые. Я даже не могу нормально с ними сражаться. Еще это огненная мангал. Жесть.
Жесть. А там, оказывается, лечилка все это время была. Ампа, опять мне ампу дали. Давайте-ка используем. Ну, ничего себе, он сколько сносит. Так, лечебная песня. О, получай. Крышу, ты меня слазь. Так, достали, уже враги появляются. Иду сюда. Мне скоро 13 уровень уже. Уже почти прибавился. Ой. Чего? Хилсон! Ты, давай ты сундучки с песен, с лечебными песенками. Прикольно. Во! Ну что, я, наверное, готов. Ну, пошли. Ай, да, Ред Бэр. Здравствуй, дружище. Ё-моё, я хоть этого уничтожил. Опять красный медведь. Ну тогда тебе вот этого вот получай. Я себя еще и вылечу. И получай это. Все, красный медведь тоже, блин, комом. Ага, вот и ты. Я на тебе просрал. Значит, ты отмывай мою кукалу. Нет? Тогда получай. Пока. А вот и он. Пёрпл Гейст. На этом Пёрпл Гейсте свои бумажки-какашки отлынивать буду. Да блин, он сносит. Он наконец-то. Он реально не сносит. Главное, чтобы он промахнулся, иначе я могу его бить. Блин, а он уже мне бьет. Все, еще. Ну давай, помнит уже. Я не зря взял на тебе амп. Я не зря на тебе взял. Ну, давай, блокируй уже. Еще. Ты меня уже достал. Пик-пук. Все. Дэн. Мы победили, ребята. Все. Но это было еще горячее, легкое. Легкая, пару раз проигрывали, но мы все равно справились с Purple Games благодаря много ампам. Если вам понравилась игра, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока!